Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Эдуард, компания Intertrade, фирма BikeLand. Отлично. Скажите, вы находитесь, вот я приехал к вам в мотосалон в Екатеринбург, где установлена система отопления теплопанель, которую мы производим. Как вам находиться в этом помещении? Пришлось ли вам зимой оказаться в этом помещении? Поддерживает ли там необходимый режим, комфортно ли вам находиться? В это помещение заехали 9 марта 2019 года. Система отопления вот этими панелями как бы ощущается очень комфортно. То есть, ну, застали и минус 5, и до минус 25, то есть очень было все комфортно и приятно находиться. Отлично. Есть ли понимание, как это работает вообще, и за счет чего происходит тепло? Не было ли ощущения, что какой-то непонятный прибор висит под потолком, который непонятно как работает? Ну, первый раз, когда это увидели, это было очень странно. То есть, вроде это как и штатные батареи, но понимания не было, как оно работает, то есть полностью. Вот. Но сейчас все встало на свои места после, да, разговора. После общения с вами встало все на свои места, то есть все понятно, стали все процессы, как отапливается и как это работает. Понятно. А еще такой вопрос. Поскольку зима была, просто есть ощущение, что инфракрасные приборы, они слишком припекают голову, и под ними некомфортно находиться, приходится одевать какой-то головной убор. Приходилось ли на себе это испытать или нет? Нет, дискомфорта никакого. То есть полностью заходим, раздеваемся, снимаем верхнюю одежду и все ощущаем полностью комфортно. То есть вы работаете условно в майке, в рубашке, да. то есть не одеваете сверху ни шапку, чтобы не пекло? Нет, шапки не одеваем. Кепку ношу, но чисто как бой головной убор, чисто для моего стиля. Понял, все отлично. А могли бы рекомендовать кому-то, тем, кто обладает высокими объемными помещениями, использовать эту систему? Очень рекомендую всем фирмам, то есть у кого большие помещения, тысячи там, квадратов, не знаю, у кого может минимальные 500 квадратов, то есть установить такую систему отопления. Большое спасибо, Эдуард, за отзыв. Всего вам доброго.